Сахал продолжает успешно действовать в Хан-Юнисе и на севере Газы. За минувшие сутки были задержаны десятки боевиков и местных жителей, подозреваемых в причастности к террору. Помимо этого, военнослужащие обнаружили в Хан-Юнисе секретный туннель, где, вероятно, длительное время скрывались главари Хамаса, а также ликвидировали несколько групп террористов и уничтожили их военную инфраструктуру. При осмотре одного из домов, которые использовали боевики, найдено оружие, в частности гранатомет, гидрокостюм и боеприпасы. В Израиле по требованию Цахала резко увеличат срок воинской службы и резервистских сборов. С этой целью планируется принять поправки к закону о призыве. Так, например, продолжительность срочной службы для мужчин станет больше на 4 месяца. В то же время у них увеличится и зарплата. По согласованию с Министерством финансов, действие поправок будет распространяться на солдат, уже несущих службу. Изменения затронут и резервистов. Возраст освобождения от сборов будет повышен с 40 до 46 лет, для офицеров до 50 лет, для резервистов и добровольцев до 66 лет. Однако нововведения не коснутся ультраортодоксов и арабского сектора. Их не будут призывать даже на альтернативную службу. Новый посол США призвала Литву убрать из общественного пространства памятники убийцам евреев в годы Второй мировой войны. Она заявила, что будет отслеживать случаи, когда выясняются определенные исторические факты, информация о людях, об их конкретной роли в исторических событиях, чтобы не допускать прославления лиц, причастных к Холокосту. Отмечается, что в городе Укмерге стоит памятник нацистскому коллаборационисту Юозасу Крикштапонису, отряд которого в 1941-43 годах участвовал в убийствах евреев, советских военнопленных и мирных жителей в Белоруссии. А в Вильнюсе памятной доски удостоен Йонас Нарейко, который в 1941 году подписал приказ о создании нацистского гетто в городе Шауляй.